Так, сегодня у нас 9-11, что, подожди, 11 сентября. И у нас последний день и даже уже последние часы в армии. Построили вот такую сцену, чтобы нас проводить. С песнями, плясками. Разными безобидными глупостями. Сейчас у нас 12:05 по Киеву. И в 2 часа мы уже должны строиться и по домам. Так что это одна из последних записей армии. Моей армейской военной жизни.